Привет, это я, Владус Мармеладус, и всем привет, с вами Кубик. И сегодня у нас битва лаки-блоков Бравл Старс против Клэш Рояль. Это невероятная будет битва, я думаю, что Бравл Старс победит. Ау. Почему я играю за Клэш Рояль? Я не понял, вообще-то у меня уже вышел видосик по Бравл Старсу. Я не знаю, Кубик, я хочу за Бравл Старс, я думаю, он выиграет. Ладно, проверим это в конце. Все, проверим в конце видео, проверим на PvP, ребята, вы пишите. О, у меня есть уже сразу камень, я сразу сделаю себе платформу, вы пишите, ребята, в комментариях, кто же выиграет сегодня, Бравл Старс или все-таки Клэш Рояль, за кого вы. Я думаю, что все будут за Бравл, вот прям. Я вообще-то тоже думаю, что Бравл Старс победит, ты вообще нечестно все сделал, бля. Да все, Кубик, отстань, не можешь. Можем же мы за два одинаковых лаки-блока играть, поэтому ты за Клэш Рояль. Так что все, ребята, не забывайте ставить лайк на видео и не забывайте подписываться на канал. Так что сделайте это прямо сейчас, пока не забыли, да? О, вот эта платформа будет у меня взрывная. Я немного зацепился, ё-моё. Ты, главный Кубик, в меня ничем не стреляй, там огненным, да, меня не поджигай. Ну, посмотрим, посмотрим. Я твой коктейль молотовый, не поджигай меня, не надо. Ладно, ладно, я подумаю. Ой, блин, лава! Да блин! Так у тебя зелька славы, нифига себе, слушай ты. А, это зелька, что ли, заспавнилась? Да, я тут себе платформу настроил, смотри уже какую. У меня тут вообще бесконечный спаунпоинт. А нафига она тебе нужна? Блин, первая пушка и провалилась в бездну. А я придумал, Кубик, я поставлю спаунпоинт на бедроке, а лакиблоки будут ломать здесь. Все, и можно этот лакиблок сломать. А нифига ты, конечно, что придумал? О, у меня штанишки есть, а как давно они мне выпали? Опа. Опа! Ой, коняшки. Да и блин! Что такое, Кубик, у тебя? Это ты меня уничтожил, да? Я тебя, как я тебя уничтожил? У меня какая-нибудь оружка? Стой, у меня... Я тебя подстрелю, не забудь. Да подожди, Кубик, да погоди, ты погоди, у меня даже оружия нет никакого. Как я тебя могу уничтожить? Ага, а что ты у меня вообще-то включен? Was slain by Владус 009. Все, Владус. Не дай бог мне выпадет какой-нибудь динамит. Ой-ой-ой-ой. Капец, я так далеко достаю, офигеть, просто жесть, блин. О, я кое-что придумал, Кубик. Ой-ой-ой-ой-ой, блин. Что у тебя там происходит, может расскажешь? Да у меня ловушка заспавнилась и меня придавила кусочками этого золота. Ну, бывает, бывает. Слушай, а у тебя есть кремень или гравий? Нету вроде бы. Вообще, зажигалка. Мне, зачем тебе крови? Нет, зажигалка, есть зажигалка, Нет, у меня никакой зажигалки, отстань, говорит мне, да блин! Точно, нет, вообще. Мне выпадают всякие ловушки, ё-моё. Блин, я случайно тут свою платформу разломал из-за кубика, ладно, я ее заделал. У меня, смотри, сколько не всякой фигни заспавнилось. Да у тебя там вообще капец какая платформа, слушай, а допрыгну ли я до твоей платформы, давайте проверим. А мне выпал горячий перчик. Какой горячий перчик? Я не знаю, сейчас я его съем, мне кажется, я стану обездвиживающим драконом. Мы сломали Майнкрафт. Почему? Ну, вроде как мы все починили, правда, у нас чуть-чуть пропали вещи. И знаете, эту броню я не буду больше пока что надевать до ПВП. Ну, вот потом... Ну, эту броню нельзя. Хотя она бы мне пригодилась. Дурак, сейчас. Блин, Владу! Что? Ты че, блин, ты все сломал, Кубик? Да я случайно. Ты что сделал? Ты мне всю платформу сломал. Ну иди отсюда, ты что, в геймоде долетаешь? А как тебе надо? Я тебя говорил, что я тебя взорву. Да ты офигевший, это не ты меня взорвал, твой лаки-блок неудачный. Я же тебе сказал, что Клэш Рояль проиграет. Там ловушка у меня заспавнилась, там давно, а я ее активировал просто. Ну все, Кубик, готовься. Я как только, буду готов к ПВП. Вот у меня нечем тебя пока что бить, я мог рукой тебя бить, да? Но, как только, так сразу, Кубик, я тебе сразу покажу. Окей, я тебя понял, как обычно. Все, можно бросать? Что? Эй! Да, блин, давай ничего не надо бросать, ну его нафиг вообще на самом деле. А может быть все-таки надо, Кубик, ты себя видел? Не, не надо, я тебе честно говорю, не надо. Камень, просто камень, мне 8 камней выпало, спасибо, лаки-блок. Пожалуйста. На самом деле у меня топовая бронька есть, правда лучше ее не надевать. А, блин, она мне опять эффект дала, кажется, она меня снова сломала. Мне лучше не умирать, иначе нам придется по новой восстанавливать Майнкрафт, мы этого не хотим делать. Серьезно, тебе придется вообще полностью заходить в Майнкрафт заново? Кажется, да, Кубик, кажется, да, я тут тентишки себе поставил. Получается, я тебя даже не смогу сейчас на ПВП зарубить, с какого фига? Получается, что не сможешь, так что я броню эту надену. Ну, раз я уже ничего не теряю, поэтому мне важно не умирать. Это самое-самое главное. За 35 лаки-блоков просто челлендж. Не умереть за 35 лаки-блоков. Если я подохну, то все, все, ребята. Это нам нужно восстанавливать Майнкрафт. Короче, сделаю я себе так, еще побольше платформы здесь. Дай нафиг от меня вообще. Так, Влад, сколько ты сказал, у тебя 35 лаки-блоков? А у меня уже 30. Вот это я и втащил. А сколько у тебя? 32, уже 30. Да? Oh, yes. Так.
Я опять увидел то, Нет, кубик тэпнулся кубику, фух. Да не убивай ты меня, что ты меня втолкнул? Я тебе сказал мне умирать, тихо, спокойно. Все, спокойно, я доберусь сейчас до своей платформы, тихо, спокойно. Давай, добирайся, а можно я тебя скину, ты меня достал уже немножечко? Давай. Пощады! Не будет, блин! Кубик не успел. Все, мне нельзя погибать, все. Как у меня бедрок сломался? Что ж ты будешь делать? Что это за взрыв был? Кубик, это все твои лаки-блоки. Да ты офигел, в смысле мои лаки-блоки? Я вообще ничего не делал. А вот так. Не трогай меня, то я тебя сейчас сам убью тогда. Это я сделал, что ли? А, да, но случайно. Да, я видел. Да, было случайно, прости, Кубик. Это чистая случайность. Что ты делаешь? Я пытаюсь тебя зацепить, сейчас, погоди. Да ты можешь меня не трогать! Прости, Кубик, я просто не могу сдержаться, когда ты на меня нападаешь. Я просто понимаю, что я тебя сейчас, ну, сейчас убью. Сейчас я на тебя нападу, сейчас тебе будет кранты. Не надо, лава. Я тебе сказал, лучше не надо, подожди. Лучше притуши свой пыл. Угу. И уничтожу тебя просто в хламе, но... Не надо, пол бы получил. Я сейчас всё. Ты меня достал. Все, Кубик, давай драться на ПВП, реально. Ты потому что хочешь вот меня... Офигеть, вот ты молодец. Только ты меня уже убил, блин, миллион раз такой. И давай драться на ПВП. А ты понимаешь, мне просто умирать нельзя, понимаешь? У меня все сразу... А, да, вот сейчас я тебе покажу, как тебе нельзя умирать. Блин. Вау, что происходит? Это кто такие? Нет. Тепнуться Кубику. Я выжил. О, маленький Купидон. Да хватит меня в лаву пикать, не надо. А потому что ты меня достал. Не надо. Я тут бедрок поставлю. Маленькая, голова Купидона. Да, блин, надо... что он меня убивает? Что ж ты будешь делать, почему-то глючит, Кубик, ты кого заспавнил? Да я не знаю, ты его уже выключил, не переживай, Молодец. Сейчас я тебя выключу. Я тебя сейчас... Бежим от этого Кубика. Сейчас ты побежишь, ты мне никуда не денешься, ну-ка, иди сюда. Я тебя буду... Всем привет с вами, Кубик, это я, Кубик, у меня стрела в... Да, я тебя понял, сейчас я тебя просто испеперю, понял? Да все, у меня остается 20 лаки-блоков. О, Бобик, привет, пока. Сам ты Бобик. Я не Бобик, еще один Бобик, да что ж ты будешь делать, нифига себе, армия просто спавнится. 17 лаки-блоков у меня остается, и бронька, лучше я оставлю эту. Да, блин, опять этот чувак заспавнился. Да капец, Кубик, выключай его срочно, нафиг. Все, я выключил, все, он нам сейчас Майнкрафт сломает еще, как и моя броня, ну ладно. В смысле? Кто меня сейчас убил? Не знаю. Ё-моё, что-то мне как-то не очень везет в этом видосике, честно говоря, я уже не хочу его заканчивать, я пошел, короче, что-то мне достал. Кого пошел? Я тебя вижу, ты на сервере, Кубик. Не надо! Спокойно! Это у меня, согласен, тут согласен. Я, мой косяк, это у меня заспавнились криперы, возможно... Да, капец, вообще какой-то косяк, ты мне тоже достал. Да, о, супер ботинки. А что, я летать все еще не могу, что ли? Жаль. Да ну тебе нафиг вообще летать. Да ты меня можешь не трогать! Это я, что ли, сделал, Кубик, это ж коровы. У меня включен чат, я все вижу. Я кое-что придумал. Не взрывай меня, Кубик, не взрывай! Не надо! Я просто уничтожу, ты меня достал! Стой, все, Кубик, иначе я буду... Что ты делаешь? Не надо, Кубик! Я сейчас сделаю... Я просто хочу, чтобы они тебя убили, потому что ты меня достал. Не надо. Не успел! Давай, ставь, спокойно. Какой ты все-таки офигевший, а? Мне кажется, то, что тебя вообще нужно за это уничтожить, просто убить! Меня за что? Да так просто, тупо по фану, я бы сказал. Я просто всю серию это хотел сделать. Помнишь, я про зажигалку у тебя спрашивал? Вот чисто ради этого. Всю серию хотел меня уничтожить? Да ты так это всю серию делаешь! Кубик, ну что ты бомбишь-то сразу? Не знаю, просто так, наверное, потому что ты меня убиваешь. А, да? Тихо, не надо. Все, остань, я пошел, короче, все. Не надо, стой, Кубик. Дисконнект. Нет, стой. Ребята, напишите Кубику, пожалуйста, чтобы он не выходил из Майнкрафта. Попросите его, пожалуйста, сердечно об этом, ведь мы просто шутим с вами, да? Не смешно как-то. Ты вот в своих видео надо мной издеваешься, поэтому я сейчас... Когда такое было? Всегда, Кубик, всегда. Конечно же, всегда. Эй, у нас, кажется, зависло все, потому что у меня ничего не выпадает из лаки-блоков. Это все ты, кажется. Но осталось лаки-блоков совсем чуть-чуть, поэтому их можно не доламывать. Я сейчас сделаю арену для ПВП. Ну что, арена у нас готова, и сейчас, Кубик, я надеюсь, ты тоже готов. Иди сюда. Я просто иду тебя уничтожать. Не дай бог, тебя хотя бы раз убьешь, я сразу же выйду из Майнкрафта, все. Не надо. Да, я пошел. Куда ты пошел? Стой, не выходи, я тебя вижу, ты в Майнкрафте еще, погоди. Ладно, у меня даже драться нечем, я тебя...
А, я тебя рукой могу... Ну, в смысле, тебя драться нечего, что ты меня боишь? Что ты меня обманываешь? Я тебя рукой могу убивать, стой, Кубик! Меня не трогать! Ты Кубик, я тебя серьезно убиваю просто рукой. Просто, просто могу вот так тебе по шапке надавать вот так и все. Тогда какой смысл играть? Я просто пошел. Нет, Кубик, не надо, стой, я тебя хочу убить сам, не надо сам умирать. Да, точно. Да, давай, возрождайся, Кубик, ты что, стой, я могу тебе броню дать. Что ты делаешь, тихо? Главное, я тебя убил, да, наконец-то мне это получилось сделать, ура, ура, ура. Да, 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 убил, 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 молодец, Кубик, молодец. Ты что, меня ожидаешь, что ли, я не понял? Я тэпнулся к тебе просто и все. Блин, я реально... Что ты, офигел, какой ты разрушил тэпнулся? Стой, мне вообще нафиг! Не надо, Кубик! Блин, я сам в бензин провалился! Стой, сейчас, я хочу тебе броньку дать. Не надо мне никакую броню, не надо мне никаких твоих подачек, потому что ну его нафиг вообще. Нет, я сам себя убил, ведь если я сейчас пропишу килл, пипец нашему Майнкрафту, смотри, все, а... Можно возродиться? А, да, все нормально. Кубик, все нормально. Ты все это время меня обманул! Я не знал, я думал, что все, Майнкрафт сломается. Прости, ребята, подпишитесь сейчас, прямо сейчас срочно, иначе... Это голова, понял? Меня сейчас Кубик начнет убивать. Подпишитесь на канал быстрее, прямо сейчас. На его канал тоже подпишитесь, иначе он расстроится очень сильно. Поставьте... Ночи тебе гранты! Поставьте лайк, ребята, срочно. И смотрите другие видео на канале. Я пошел, пока, тусы.